деятель Кыргызской государственной церкви, народный артист Кыргызской республики, ветеран цирка, бывший клоун, один из основателей кыргызской джигитовки и клоунады. У нас большой праздник. 20 октября 50 лет кыргызскому цирку. Этот год наш юбилейный год. Поэтому в этом году все программы приезжают, она посвящается 50-летию Кыргызской государственной церкви. Вот. И мы, коллектив Рыщиги, тоже сделали подарок. Вот выпустили новый цирковой молодежный коллектив. Вот мы 16-17-18-19 октября, 4 дня, работаем на манеже Бишкекского цирка. Это новый коллектив молодежь нашего будущего. И вот сегодня уже заканчиваем. И хочется, чтобы юбилей продолжался, чтобы не только юбилей, чтобы каждый день юбилей. И мы готовим номера готовим молодых, потому что ветераны кыргызского цирка сейчас, каждый, который отработал всю жизнь 2-3 номера, и вот они, эти же номера, которые они работали, они восстанавливают. И я думаю, кыргызский цирк есть и будет. Будем готовить новые номера на высоком художественном уровне, чтобы они могли поехать Монте-Карло, завоевать золото и гастроли по всем странам. Желаю Кыргызским государственным церкви огромных успехов, самое главное здоровья, счастья и сплоченность, чтобы они были один кулак, думали только о творчестве, первым делом творчество. Желаю все только хорошее нашей кыргызскому цирку. Да здравствует Кыргызский государственный цирк! Артистам привет! Удачи, удачи, удачи! Начинаний, крепкого здоровья, оно вам не помешает. Ну и всего самого наилучшего. Поздравляю своих сотрудников,
своих коллег с юбилеем. Поздравляю с 50-летним юбилеем нашего Крымского цирка и также всех наших артистов, с которыми мы вместе работаем и кто проработал здесь, у нас. Желаю самого наилучшего, творческих успехов, карьерного роста, больших контрактов и чтобы наш Крымстан прославил на всю планету, чтобы знали, какой Крымский цирк у нас существует. Еще раз, с юбилеем, Крымский цирк! О, всем салам, всем цирковых. Знаете, люди, цирковых, что в этом году 50-летие Кыргызского государственного цирка, она была создана в 1963 году, в 2013 году исполняется 20 октября, юбилей, получается, 50-летие. Я хотел бы всех поздравить творческих успехов, и в дальнейшем было, чтобы было все вперед. Есть те, которые люди здесь, в Бишкеке у нас, я их тоже хотел бы поздравить. Есть те, которые люди в гастролях, да, вот именно в Турции, в России, да, я их тоже хотел бы поздравить 50-летним Крымского государственного цирка. Чтобы у них была гастроль удачной и радостной. Стан, соло-замблер и клоуны. Так, я хочу поздравить с 50-летием Кыргызского цирка. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Добрый день, меня зовут Денис Вислов, я соло-жонглер с баскетбольными мячами. Поздравляю Кыргызский цирк с 50-летием. Желаю всего хорошего, благополучия всем артистам, здоровья и успеха. Манеж вышел первый цирковой номер Кыргызского цирка. Это был номер «Молодая Киргизия» под руководством Евгения Джанибекова. В 65-м году выпустился второй номер «Джигиты Кыргызстана» под руководством Качакова. И 20 октября считается днем рождения Кыргызского циркового искусства. За это время было очень много номеров. Большой коллектив был, около 80 человек в коллективе. За эти годы артисты Кыргызского цирка проездили почти весь мир. Советский Союз, наш коллектив, объездил несколько раз, начиная от Владивостока, кончая Кавказ,
Прибалтике, во всех цирках, где только есть стационарные цирки и шапито. За это время, конечно, и творчество выросло. В последние годы выпустились очень много номеров разного жанра кыргызского цирка. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех артистов, всех ветеранов кыргызского цирка и администрацию Кыргызского государственного цирка с юбилеем, с 50-летним юбилеем кыргызского циркового искусства. И желаю больших творческих успехов, крепкого здоровья, сплоченности и процветания. Дорогие артисты цирка, дорогой наш коллектив, я вас поздравляю всех с праздником 50-летия Киргизского государственного цирка. Желаю здоровья, счастья, всех благ. Я руководитель коллектива велофигуристов. У меня в группе 8 человек. Мы работаем сейчас программу детскую для школ. Сегодня у нас 18 число. Макен Мухамбетов Адыбекович. Я здесь работаю начальник техслужбы. Поздравляю с юбилеем 50-летним кыргызского цирка. Желаю всем артистам творческий успех и финансовых побед. Здравствуйте, меня зовут Светлана Торопова, я воздушная гимнастка в Кыргызгосцирке. Хочу от всей души поздравить всех с большим праздником, с 50-летием Кыргызгосцирка. Хочу поздравить всех артистов, весь коллектив с этим замечательным праздником. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, творческого роста, творческого процветания, радости, успехов, хорошего настроения. И, конечно же, любви. Будьте счастливы. Love.
Я работаю в цирке уже 5 лет. Работаю свободную пробу. Поздравляю Крымский государственный цирк за побольше финансовых побед. Нашему цирку исполняется 50 лет. И поздравляю его, во-первых, с юбилеем. Пожелать достичь мирового стандарта, чтобы в дальнейшем наш цирк расцветал и был одним из самых престижных. Я человек по жизни оптимист, люблю цирк и хочу от чистого сердца поздравить всех работников цирка с 50-летием, пожелать им крепкого здоровья, творческих успехов, чтобы всегда развивалось, отмечали еще больше 100-летия, чтобы отмечали. Ну, всего наилучшего в жизни хочу пожелать. Дорогие друзья, у нас сегодня праздник. Я, Мукушев Фатима Ржановна, являюсь ветераном и руководителем группы «Аладдин», которую очень многие уже знают. И мы сегодня находимся в прекрасном добром настроении, потому что цирку 50. Я являюсь учащимся цирка. Сам я занимаюсь жанром жонглёр и хочу поздравить всех, наверное, наших работников с таким прекрасным праздником, как 50-летие цирка, и пожелать всем артистам процветания, новых талантов, удачи.